Рано встали! Восход сегодня был! Восхитительный! Наталья Николаевна, это что такое? Вы зачем здесь прячетесь? Чтоб одной по городу шастать? У меня бейсболка, очки, яйца кончились. Потом как без новостей? Правда, такие новости лучше не знать. Вот свежая газета. Мэр лидирует в предвыборной гонке, спасибо. А у нашего мецената 20% отрыв. Ужас! Так, нужно будет Ракшина будить. Он статистику мэра подпортит. Каким образом он-то? Отправит документы в открытый доступ так, что отправителя невозможно будет вычислить. Главное его выпихнуть на большую землю. Ага. В общем, я поняла одно. Надо будить Толика, кормить его и отправлять в город. Ясно? Да. Да. Ну, меня тоже покормить не лишнее. Не знаю, не знаю. Оля? Алёнь! Эй! Ты что тут делаешь? Сволочь! А? Ты что, обалдел, что ли? Ты вообще, где ты был? Я тебя двое суток ищу! Дома тебя нет, на работе тебя нет! Я все полиции и морги обзвонила! Оль! А ты, оказывается, жив! Оль, я сейчас тебе все объясню! Какая же ты все-таки сволочь, Ракшин! Оль, что ты орешь, а? У нас с Вишняковым образовались срочные секретные дела, понятно? А, я поняла. Я сразу поняла. Только я не поверила. Да о чем ты? Правильно мне говорили, что как только я заговорю о свадьбе, так у Ракшина сразу какие-то дела появятся, причем секретные. Ой, послушай, дай мне сказать! Заткнись, сволочь! И вот с этого момента у нас с тобой исключительно рабочие отношения. Ты понял? Оля! И передайте вам Вишнякову, что Татьяна уже вернулась с командировки и там рвет и мечет. А вы, блин, спецагенты проклятые! Оль! Козел! Нам нужна моментальная реакция, а времени до выборов кот наплакал. А главный электорат в сети не сидит, как известно. Ну и кто же выпустит в эфир эту бомбу? К тому же всем известно, что телевидение спонсирует мэрия. Мне нужно будет сделать сюжет и перекинуть его на диск. А дальше Татьяна поможет. Наверное, уже вернулась из Парижа. Знаете что? Мне кажется, что вообще вся эта история, игра на перегонки с Кириными убийцами вас не касается. И вы можете уехать. Уже поздно. Люди мэра меня тоже ищут. А Данька? Ну вот именно из-за Даньки мы и должны победить. И в конце концов, давайте уже перейдем на ты. Давай. Париж – город мечты. Наверное, каждая из нас, женщин, хоть раз в жизни мечтала побывать в столице. Останови. Где ты выкопал этого оператора? У меня здесь два подбородка. Ну, дважды не три. И потом, для красивой женщины, которая только что вернулась из Парижа, ты как-то чересчур взвинчена. Акклиматизация. Это будем переснимать. И вообще, ты Вишнякова не видел? Нет. А разве он не дома? Ракшин говорил, что он болеет. Не дома. Славик, погуляй, пожалуйста, 5 минут. Вот что ты психуешь? Кому твой Вишняков нужен? Объясни. На вот лучше держи. Что это? Это визитная карточка. Ты произвела на моего друга-продюсера неизгладимое впечатление. Кто? Понятия не имею. Алло. Тань, это я, привет. Вишняков, ты? Да. Ты вообще где? Выбил меня из колеи в командировке. В аэропорту не встретил. Теперь звонишь с непонятного номера. Что происходит? Я отключил мобильник, потому что шифруюсь. Раскручиваю очень серьезное дело. Тань, мне очень нужна твоя помощь. Давай все подробности при встрече. Сегодня в нашем кафе в 9 вечера. Пока. Ну? Черт знает что. Да. Толь, это я. Ну что, документы в сети? Да если бы. Идиот я конченый.
Что случилось? Флешки твои секретом оказались. Кто-то очень забавный скрипт написал. При попытке копирования или переноса скрытых файлов они самоуничтожаются. В смысле, флешки? Файлы. И сами никуда не копируются. И флешка становится девственно чистой. Хоть в магазин ее неси, сдавай. То есть ты уничтожил все сканы по соколикам? Ну, не все, конечно, но самое важное уже не восстановить. Все, я перезвоню. Здравствуйте, вас беспокоит Михаил Вишняков. Я хотел бы поговорить с Артемом Игоревичем. У меня есть материалы. Я думаю, они его заинтересуют. Займемся влажной уборкой. Или хотя бы попытаемся. Попытаемся. Ты не вешай носа, Настена. Твой Вишняков боец. Бабушка, он не мой. И вообще, я за Даньку переживаю. Какие-то страшные мысли в голову лезут. Ты представляешь, что с ним сделают, если они поймут, как он нам дорог, мне и Мише? Ой, Господи. Они ни перед чем не остановятся. Ну, значит, надо что-то делать. А что делать? Звонить нельзя, выходить нельзя. Мы Мише обещали. Ну, подожди, подожди. Я здесь по собственной инициативе. За мной никто не следил. Меня лично никто похищать не собирался. Так что свободный человек в свободной стране. Обещаю соблюдать предельную осторожность. Бабушка, ты что, куда-то собралась? Садись и пиши записку для Алевтины Викторовны. Она меня помнит, она добрая, она разрешит мне погулять с Данечкой. И что? Ну что, я приведу его сюда. И мы здесь прячем его на какое-то время. А детдом нам не разрешат. Мы объясним, что нам оставалось делать. Экстремальные обстоятельства. Бабушка, ты что, собралась Даню похитить? А ты хочешь, чтобы это сделали бандиты? Я вам больше скажу. С недавнего времени я тоже в курсе этой аферы. Но у меня же нет документов, нет доказательств. А ведь нужна еще поддержка сверху, вы же понимаете, о чем я? Да, я догадываюсь, но я лично видел сканы этих документов. Нужны оригиналы. Но они пока недоступны. Пустая шумиха всем нам принесет больше вреда, чем пользы. В случае, если мэра переизберут. А замалчивание этой истории все равно, что соучастие в ней. Согласен. У меня есть убойный сюжет по соколикам, замерами уровня радиации, с архивными интервью, с комментариями специалистов. Завтра он будет в городском эфире. Да? Вот это уже интересно. А кто дал вам добро? Пока я не вправе разглашать эту информацию. Понимаю. Ладно, давайте так. Завтра в полдень откройте экоцентр. Если до этого времени пройдет сюжет, я дам свои комментарии прессе в нужном аспекте, как вы понимаете. Отлично. Тогда и фон радиационный в соколиках замерим, экспертизу назначим, раскачаем лодочку. До выборов все это еще может выиграть. Но только после сюжета. Хорошо. Тогда завтра смотрите в 10-часовых новостях. Я гарантирую. Договорились. Ну, стартовая площадка вроде ничего. Осталось только красиво взлететь. Татьяна Александровна, я забыла вам сказать. Звонил фотограф и просил перенести фотосессию для сайта на 9. Но это невозможно. В 9 у меня встреча. Встреча? А у меня не записано. А с кем? Не ищи. С агентом 007 местного разлива. Угу. Ты мне лучше скажи, как у тебя с Ракшином? Да никак. Отшила я его. Ну и правильно. Лучше делом заниматься. Дай мой тебе совет. С абортом не затягивай. Принеси мне кофе. Хорошо. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Это не суть важно. Скажем так, я от имени и по поручению городской власти, но конфиденциально. Какие-то нюансы с моим шоу? Отнюдь. С вашим шоу, я надеюсь, все в порядке. Нас больше интересует ваш агент 007. Послушайте, я понятия не имею, где сейчас Вишняков. И я уверяю вас, не что... надо нас ни в чем уверять. Вишняков влез туда, куда не следует. Я имею в виду структуры, финансирующие в том числе и ваше ток-шоу. А как бы было хорошо, чтобы ваша талантливая передача не ограничилась одним выпуском, а существовала долго и счастливо. Вы мне угрожаете?
Напротив, советую поступить правильно. Вы помогаете нам пообщаться с Вишняковым, а мы помогаем вам пообщаться с мэром в премьерном эфире вашего ток-шоу. Интересно? Но у меня программа о моде. Прекрасно. Пригласите Верховского, и пусть лидеры предвыборной гонки порассуждают об имидже политика с точки зрения моды. Представляете, какие будут рейтинги? Но... Поймите, найти Вишнякова – дело времени. Тем более ему ничего не угрожает. Нас больше интересует его спутница. Вы о ком? Милая девушка, которая втянула его в эту неприятную историю. А, вы не знаете. Хорошо. Мы встречаемся в 9 в кафе «Верность». Отлично. Мы встретимся с ним сами. А вы сэкономьте время и встретитесь со своим фотографом. Постойте, а предложение об участии мэра в моем шоу в силе? Непременно. Завтра обсудим детали. Так. Олечка, одумалась? Кофе мне принесла. Вот у меня две слабости. Ты и кофе. Он что-то холодный совсем. Оля? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Я ненавижу мужиков. А тебя? А тебя я особенно ненавижу. Ну, Татьяна Александровна, как она могла? Я что-то не понимаю. При чем здесь я и Татьяна Александровна? Слушай, иди скажи Вишнякову, что его ищут. Я не знаю, что он там сделал, но я только что слышала, как Татьяна Александровна какому-то мужику сказала, где его искать. А за это к ней мэр придет на ее эфир. Ты вообще представляешь? Она своего мужа предала ради какого-то паршивого шоу. Так, малыш, а вот с этого момента давай поподробнее. Цена этого райского уголка для простых людей – 40 миллионов присвоенных бюджетных средств и 2000 человеческих жизней, обреченных на медленное умирание. Ну как тебе? Очень сильно, и ты такой смелый. Ну, насчет смелости и авантюризма. Мне до вас с бабушкой очень далеко. Это надо же уйти в город на 4 часа. Она обещала быть предельно осторожной. Ну, что я могла сделать? А если что-то случится, мне что делать? Мне нужно ехать к Татьяне, передавать диск. Успел! Ну что, туговато, без мобила-то? Да. Значит так, твое свидание в кафе сегодня отменяется. Почему? Мне Олечка все рассказала, Татьяна твоя тебя с потрохами сдала. Вместо нее навстречу приедут люди мэра из Отова. Старик, мне очень жаль, но это правда. Дай телефон, я в Москву позвоню. Шмелеву? Да, он крутой журналист. Не получится здесь, получится на федеральном канале. Может быть, даже лучше. Костя! Бабушка! В детдоме паника! Танечка! Исчез. Ты уверен, что мы правильно все делаем? Там же засада. Да, засада, поэтому ты там не нужна. Это неразумно. Останься хотя бы в машине. Нет. Вместе, значит, вместе. Очень хорошо, что вы пришли вдвоем. Присаживайтесь, нам есть о чем поговорить. Пока вы не отпустите мальчика, разговаривать нам не о чем. Если с ним что-нибудь случится, я обещаю, мы вас уничтожим. Вашу аферу с соколиками мы уже расшифровали. Я принял к сведению вашу угрозу. Но, если честно, сейчас меня намного больше интересует Настасья Петровна, нежели вы, господин Вишняков. А меня интересует, где Даня? Так, давайте по порядку. Во-первых, никаких документов по соколикам у вас нет. А без них любая истерика в СМИ – это не более чем клевета. Вы в этом уверены? Абсолютно. Во-вторых, я не имею никакого отношения к похищению ребенка. Я сам узнал об этом только час назад.
Я вам не верю. Не интересует нас, веришь ты нам или не веришь. Тихо. Скажу вам больше. Мы сейчас с вами, если можно так выразиться, в одной упряжке. Я объясню, объясню. Сегодня я получил письмо на электронную почту. Ваш так называемый компромат на меня за границей. У неизвестного шантажиста, коим одно время я считал вас, Настя, и вас, господин Вишняков. А мне все равно, где компромат и кем вы меня считали? Что с Даней? Я, к сожалению, не могу вам сейчас ответить на этот вопрос. Я думаю, эту ситуацию прояснит сам шантажист. Он просит 10 миллионов евро в обмен на компромат. И еще у него есть одна такая странная причуда. Он хочет, чтобы деньги за границу привезли именно вы. Я? Лично. Я не знаю, чем объяснить эту прихоть, но как только сделка совершится, мальчик будет отпущен. Пожалуйста. Да вот. Госпожа Лушникова будет рада оказать нам эту маленькую услугу, ведь она будет бороться за живой, в скобочках, пока. Малолетний приз, приложенный к документам. Боже мой, Даня. Здесь 10 миллионов, купюрами по 500 евро. Загранпаспорт у вас есть, шенгенская виза открыта, это мы выяснили. Так что мне от вас нужно только одно. Согласие на эту поездку. Нам надо подумать. О, думайте. Думайте, конечно, думайте. Только не затягивайте. Речь идет о жизни ребенка. Господи, да, конечно, я согласна. Отлично. На ваше имя забронирован билет на рейс 9711 Цюрих. Господин мэр поможет вам беспрепятственно вынести ручной клад через дипломатический коридор. Счастливого путешествия. Благодарю. Ну, здравствуй, мой верный Паш. Кира. Этот кейс ты везешь мне. Но ты же погибла, я сама видела. Что ты видела? Мое платье? Мой мобильник? Нет, ну вот я знала, что я с тобой не ошибусь. Прости, я не понимаю. Тут понимать нечего. Я тебе сейчас все объясню. Когда я получила должность в корпорации Зотова, а потом так вышло, что я стала еще и его женой, я думала, что обрела королевский статус. Но не тут-то было. Видите ли, дражайший супруг дальше кухни никуда не пускал. Мне не нужна жена, оценщик рисков. Я с этим справлюсь как-нибудь без тебя. Ну, в таком случае мне не нужен муж, который видит во мне только приложение к постели. А знаешь что, дорогой мой? Я хочу тебе сказать, что я с удовольствием открою собственное дело. Да. А ты давай. Иди ищи другую жену. Развода хочешь, да? И не бойся имущество пополам. Я хочу тебя предупредить. Я взял тебя голой и босой. Такой ты отсюда и уйдешь. Мои адвокаты позаботятся. Риски оценила. Так, руку бери. Давай. Вскоре Зотов забыл о той истории, а я нет. Я стала наблюдать за его махинациями и узнала тайну Соколиков. На тот момент у меня появился близкий друг, хирург Александр. Я вас познакомлю, он нас будет встречать в аэропорту. Так вот, он как-то обмолвился, что у них в больнице скончалась женщина после автокатастрофы, которую так никто не смог опознать. И она была очень сильно похожа на меня, представляешь? Особенно фигура. И вот тогда я поняла, что это судьба. Поставь туда, пожалуйста. Ну, отойди, я не вижу. Я вам больше не нужна? Нет, спасибо. Извините, мы уже опаздываем на открытие экоцентра. Что с Соколиками? Был сюжет в эфире? Нет, лично смотрел, ничего подобного. А Вишняков звонил? Он вне доступа, телефон не отвечает. Я так и думал. Трепло. Да, у нашего мэра все тылы прикрыты. Хорошо, что я не вляпался в эту историю. Бог уберег. Ну, поехали.
Какой кошмар. Да. Александр договорился с кем надо, и бедняжку вывезли из морга. Ей накрасили ногти моим лаком, одели мою одежду. Господи. Подкинули мои документы, мой мобильник и отвезли в Соколики. Там же по выходным, кроме пьяных охранников, нет никого. Закидали ее плитами, чтобы при опознании никаких проблем не возникло. На том участке, где твоя фирма работала. А я зачем тебе там понадобилась? Потому что я заранее знала, что ты поучаствуешь в моей игре. Кто всегда лучше всех выполнял волю королевы, а? Кира, это было в детстве, давным-давно. Милая моя, люди не меняются. И ты как мышка побежала по лабиринту, который я специально выстроила для того, чтобы отомстить своему дрожащему муженьку. Подожди, так значит, Даньку... Да, да. Я использовала твою привязанность к сиротке. Да, это я подкинула подсказку в детдом. Куда тебя потом зотовские шестерки для собеседования отвезли, Настя? А иначе по-другому никак. Никак. Игра бы остановилась. А вот тебе же кто-то помог. Явно не полиция. Какая разница? Один человек. Зачем ты похитила Даню? Для твоего стимула. Кира, ты чудовище! Где он? Что с ним? Тихо. Тихо. Прилетим, я тебе все расскажу. С ним все в порядке, не переживай. Ты что, уверена, что уже победила? Ты имеешь в виду, что мой муженек и его босс не предпримут против меня каких-то действий, да? Уверена, предпримут. Просто так они не сдадутся. Но я, во-первых, хочу, чтобы Зотов непременно узнал, что это я его наказала. А во-вторых, я больше чем уверена, они ничего не сделают. Почему? Потому что я им оставила копии документов. Отличные копии. А оригиналы где? Оригинал я спрятала. Страховка-то не помешает. Хочу — опубликую, хочу — нет. Ой. А этот Верховский, он в курсе, что у меня есть такой драгоценный лот. Мы, правда, с ним еще в цене не сошлись, но я думаю, мы договоримся. А вот Зотова и мэра я пока помилую. Кира! Ты за границей. Деньги у тебя. Ты получила все, что ты хотела. Я хочу знать, где Даня. Немедленно. Я надеялась, мы этим вопросом займемся в более комфортных условиях. Ну, давай. Что? Мобильник, давай. Быстрее. О, да, так. Отправить. Так. Я думаю, через минут 10, может быть, максимум 20, мальчик будет освобожден. Это симпатичный малый. Ну что, теперь все формальности улажены? Пошли. Куда? А что, я тебе разве не сказала? Ты остаешься со мной. Ты с ума сошла? Мне нужно срочно вернуться. Куда тебе нужно вернуться? Туда? Обратно? К бабушке? Да, может быть, к этому приемышу? Настя, чего? Милая моя, я тебе здесь обещаю райскую жизнь. Слушай, если мы с тобой когда-то там ссорились, это же просто какой-то детский бред. Настя, неужели ты забыла нашу дружбу? Неужели ты разлюбила свою королеву? Ты сумасшедшая! Ты помешалась на своем королевстве! Ясно, сумасшедшая с 10 миллионами евро в руках. Очень смешно. Привет. О, привет. Познакомьтесь, это Александр, это та самая Настя. Очень приятно. На, держи. Ну что, решено? Остаешься? Да ладно, расслабься. Наверное, уже представила, как насильно тебя в машину затаскивают. Так, держи это тебе на обратную дорогу. Надеюсь, ты еще не раз пожалеешь. И вот. Что это? На тот случай, если мы с тобой больше никогда не увидимся. Вскроешь его, если будет все совсем очень плохо. Хорошо? Обещаешь? Ну вот и отлично. Давай, счастливо, залететь. А мы пошли. Пока-пока. Ну что, нашли? Да, машина у аэропорта. Номера как в СМС-ке. Вскрываем. Сейчас. А где мама Настя? Что тебе обещают? Если будут трогать папу, мама Настя меня заберет. Я, честное слово, не трогаю. Документы у меня. Слава Богу. Вези их срочно мне. Я в мэрии. С Мальцом что делать? Да что хочешь. Вишнякову отдай, в детдом. Фух.
Можете не проверять. Здесь все за вычетом гонорара за работу, разумеется. Скажите, я могу быть уверен? Они вам больше не повредят. Мы свое дело знаем. Ну, раз так, спасибо. Верю. На вашем месте я бы не спешил радоваться. Тут беседа школьных подружек, которую я записал в самолете. Кажется, она вам будет очень интересна. Сколько? Тут ставки удваиваются. Оригиналы где? Оригиналы я спрятала. Страховка-то не помешает? Хочу, опубликую, хочу, нет. Ой, а этот Верховский, он в курсе, что у меня есть такой драгоценный лот. Мы, правда, с ним еще в цене сошлись, но я думаю, мы договоримся. А вот Зотова и Мэра я пока помилую. Поздравляю. Какая тварь. Ты вот мне объясни только одно. Это что ж такого надо было сделать своей жене, чтобы она решила тебя вот так вот наказать? И какой изощренный ум надо было иметь, чтобы все вот это провернуть? Убью стерву. Опоздал. Иди сюда, смотри. Швейцарские новости. Es wurden keine Dokumente und keine Klamotten entdeckt. Ein einziges Teil, was wir gefunden haben, ist ein Frauenring auf der Hand der Frau. Die Experten sagen, der Ring wurde hergestellt in Russland. Nach dem Typ des Rings können wir herausfinden, wem er gehört. Das ist ein altes Antiquariat. Momentan wissen wir nicht, wie diese Menschen auf diesem Ufer gekommen sind. Это же Кирина колечко. Говорила, память детства с пальца не могла снять. Ну вот и не сняли. Я думаю, тебе все понятно. И без перевода. Стопроцентная гарантия, что в этих черных мешках твоя бывшая и ее, как это сейчас называют, бойфренд. Серьезные люди поработали. Только этого мне сейчас и не хватало. Начнется же новое расследование. Да не кипишуй ты раньше времени. Как начнется, так и кончится. Первое дело закрыли, и это за мной. Да? А деньги где? Документы? А денег нет. Пропали, как в воду гнали. 10 миллионов? Да не думай ты об этом. Ты лучше подумай о том, что Верховский сейчас в курсе по соколикам. И вот это и есть наша самая главная проблема. Я за эти сутки с ума сошел. Извини, не было прямых рейсов. Пришлось кругом лететь. Как ты, мой хороший? Что с тобой вчера случилось? Меня тетя красиво позвала. Сказала, что ты ее за мной прислала. Это была Кира. Кира? Она мороженое мне купила. А потом сказала в машине ждать, и я заснул. Господи, как хорошо, что это все закончилось. Садись. Оп. Через час мы должны вернуть Даньку в детский дом. И я боюсь, кошмар для нас только начинается. В смысле? Вчера Зотов прозрачно намекнул, что если мы не забудем о соколиках, то неприятности будут не только у нас, но и у ребенка. Господи, а ребенок здесь при чем? Еще звонил Верховский, хочет встретиться. Я думаю, назревает битва местных гигантов. Но самое главное, я обещаю тебе, что не дам вас в обиду. Ты веришь мне? Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Извините, что заставил вас гнать так далеко. Тому есть свои причины. Здесь нет чужих ушей. Думаете, хорошо. Вы знаете, зачем я вас позвал? Догадываюсь. Михаил, пришло время придать гласности информацию по соколикам. У вас появились доказательства? Нет. Именно поэтому я прошу вас выступить на радио, пока только от своего имени. То есть вы решили чужими руками жар загребать? А вам что? Судьба сокольников теперь стала безразлична?
Между прочим, я организую вам эфир. Вы же сами сказали, что экспертиза, проведенная под контролем мэра, ничего не докажет. А действовать без конкретных документов и бессмысленно, и опасно. Так сложились обстоятельства, что бездействовать теперь тоже очень опасно. Меня предупредили, что мэру стало известно о моих торгах с Кирой Зотовой относительно компромата по Соколикам. Но вы ведь не купили компромат? Не купил. Но это не мешает мне стать для него очень опасным свидетелем. Так что у меня только один выбор – идти ва-банк. Ну так что, радиоэфир состоится? Нет. Теперь это ваша с мэром игра, и я не хочу принимать в ней участие. Я боюсь не только за свою жизнь. Ну что ж, как бы вам не пожалеть. У каждого в этой игре свои ставки. Добрый день. Сегодня в нашей эфирной студии известный кандидат на пост мэра города Артем Игоревич Верховский. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Ты слышал интервью, которое этот урод Верховский дал одной московской радиостанции? Нет. Так, ничего конкретного. Но на Соколике так и намекнул. Да, и на расследование Вишнякова тоже так как-то... Не понимаю, на что он надеется? Сволочь! Ни документов, ни копий. Ну, разве что с Вишняковым спелся. Вот это вряд ли. Вишнякова сейчас не до разоблачений. Слышал, его же отстранили от эфира. Да, грешки там молодости, служебное расследование. И в аккурат до выборов. Кстати, с Верховским тоже надо будет как-нибудь подстраховаться. То есть? А то и есть. У меня когда сантири дебаты? Завтра. Завтра. Вот и надо сляпать какой-то сюжетец на моего соперника. Благо материала на него предостаточно. Времени в обрез не успеем. Наша теледива Караганова с ее-то амбициями даже уговаривать не придется. Пойдем перекусим чего-нибудь. Ну, пойдемте. Здорово, коль не шутишь. Да какие шутки? Я к тебе с письмом счастья аж из самой Швейцарии. И Швейцарии. Швейцарии. Ты же вел дело о безвременно скончавшейся Кире Зотовой. Но? Ну, судя по этому запросу швейцарской полиции, она опять скончалась. Ну, убили ее. Тут все как положено, даже с картинками. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Ее ж вроде как похоронили. Похоронили. Ты обедать-то пойдешь, Мигре? Скорее, сейчас уже все начнется. Да знаю, тут что-то аппаратура глючит. Сейчас. Так. Бедняга этот Верховский. Он еще не знает, какой сюжетик для него Татьяна Александровна сварганила. Ага. Она же сама гордится. А еще Вишнякова приплела. Дескать, она знает, что Верховский ее мужа против мэра настраивал. Вишняков, слушай, у меня тут такая идейка возникла. Я тебе предлагаю загрузить на студийный комп и запустить с него вместо сюжета о Верховском твой сюжет о Соколиках. А? Как тебе финтушами? Только у меня есть копия на диске. А они потом сами пускай ищут виноватого, у них он аппаратура глючит. А? Ну как? Ага, понял. Ну что, он согласился? Ты запрещает. Говорит, бессмысленно и опасно для меня. Знаешь, я все равно загружу. На всякий случай. Толик, ну ты прям герой. Я горжусь тобой. А еще я беременна. От тебя. Ну что? Рабочим завода предстоит изготовить 16... Ничего. В том-то и дело, что ничего. Ракшин предлагает выдать сюжет про Соколики в эфир. А я, как честный, принципиальный журналист, вынужден это дело запретить.
Ну, а может быть, нам сделать так, как бабушка говорит? Спрятать Даньку в надежное место и действовать? Дело не в Даньке. Дело в том, что я паршивый журналист. Был бы нормальный, стоящий, нашел бы 100% доказательство и смог бы найти безопасный способ слить их Верховскому, а так... В Москве ждут информацию, а я вынужден позвонить туда и сказать, что информация не подтвердилась. Послушай, ты очень талантливый журналист. Просто так складываются обстоятельства. А вот я действительно никудышный руководитель. Я сегодня с Зотовым договор расторгла, и как дальше, не знаю. Наш выпуск закончен. Напоминаю, что буквально через час на нашем канале стартует обещанный сюрприз. Новое ток-шоу Татьяны Карагановой «Стиль жизни». Не переключайтесь. О, добрейший денек. Петр Семенович, наконец-то, до эфира 5 минут. Простите, простите великодушно, очень захотелось чашку кофе выпить. Хорошо, сейчас вызову гримеров, припудримся и сразу в кадр. Да, конечно. Кстати, видел наш, точнее, конечно же, ваш сюжет. Вы знаете, очень недурно. Да? Очень, спасибо. Да. Ну, видна рука... профессионала. Mm-hmm. Так что, если сегодня пройдет все на уровне, mm-hmm. я думаю, будем сотрудничать. Более честно. Хорошо. Да? Да. Да, я поняла вас. Спасибо. Кто звонил? Следователь. Ну и что говорит? Сказал, Киру убили. Да, ну вот и кончились ее забавы. Похоже, твою подругу переиграли. Такие люди, как Зотов и Мэр, просто так не сдаются. Теперь мы ничего не узнаем. Письмо. Какое письмо? Кира мне в аэропорту дала письмо. Она сказала прочитать его, только если будет совсем плохо. Милый Паш, неладно что-то в моем королевстве. Видимо, я не все просчитала. Если ты читаешь это письмо, значит, смерть — это все-таки про меня. Прости свою подругу, которая так и не стала королевой, но я еще сделаю последний ход. Отправляйся в секрет и вспомни нашу дату. Подожди, отправляйся в секрет. Это наверняка про документы, но... А это банк. Около школы недавно открыли банк. Секрет. Вместо гастронома. Наталья Николаевна, да вы просто чудо. То есть, получается, Кира положила документы в банк и наверняка вписала тебя как одного из пользователей ячейки, правильно? Так, теперь нам нужно найти какой-то код для этой ячейки. Она не называла тебе никаких ни цифр, ни букв? Вспомни нашу дату. Какую дату? Это было на выпускных экзаменах. Кирочка, ну как же так? Кира... Ну зачем ты стала спорить с комиссией? Я боюсь, что теперь уже золотой медали не будет. Это она во всем виновата. Вылезла со своей подсказкой. Я хотела тебе помочь. Что ты хотела помочь? Я тебя об этом просила? Ничтожество, служанка. Кирочка, что ты такое говоришь? Значит так, ты, запомни этот день. 12 июня, миллениум. Я тебя больше в своей жизни никогда не хочу видеть. Ты всегда будешь ничтожеством, а я всегда буду королевой. Я столько раз потом пыталась забыть эту дату и как она на меня кричала, но нет. 12 июня, миллениум. Так, получается, у нас только один вариант. 12.06.2000. Тогда срочно едем в банк. Перекладываем документы в другую ячейку, звоним Ракшину и отправляем фото и видео в Москву. Какое видео? Документы нужно будет сфотографировать и снять на видео. Поехали. Вы говорите, стиль. Несомненно. Но мне кажется, мой уважаемый оппонент даже не представляет, сколько неожиданных факторов могут повлиять на имидж руководителя города. Давайте посмотрим любопытный сюжет, который приготовили наши корреспонденты как раз на эту тему. Перед нами будущий поселок для малоимущих Соколики. Для непосвященных райский уголок, в котором мечтали бы жить дети всех возрастов, взрослые и наши уважаемые ветераны. Дома и стены помогают, известная русская пословица, но у этих стен совершенно другое свойство. Они убивают.
Цена этого райского уголка для простых людей – 40 миллионов присвоенных бюджетных средств и 2000 человеческих жизней, обреченных на медленное умирание. Верховскому продалась, тварь. Да я тебя уничтожу. Нет, я вас уверяю, это не запланировано. Для меня самой это… Извините. Я сейчас, минуточку. Да я не понимаю, что происходит. Я вообще не понимаю, что происходит. Это не с пульта аппарата, а по какой-то другой схеме выдается. Да мне плевать, по какой схеме. Отключи! Да не могу я! Документы из банка я снял на телефон и отправил тебе. Документы настоящие. Да, и координаты ячейки тоже. Верховский в Москве на радио Авгур дал интервью. Они в курсе. И кивай на зарубежный источник информации. Да, все, пока. Ну что, всем позвонил, все сделал, хотя осталось еще одно дело. Какое? Самое главное и самое важное. Самое-самое. Да это все пиар, ваш черный пиар. Никакого отношения мэрия к строительству Соколиков не имела и не могла иметь вообще. А ваши так называемые доказательства, они все сфабрикованы, и мы знаем, кем и для чего. Что, хотите возразить? Ну так возразите. Может, у вас факты имеются? Господа, у меня больше, чем просто факты. У меня есть подтверждающие документы, только что предоставленные мне коллегами из московского радио «Авгур». Пожалуйста, покажите сюжет. Ну вот. Местонахождение этих документов мне тоже известно. Хочу добавить, что мой экоцентр готов завтра же начать радиологическую экспертизу Соколиков. Да это все фарс какой-то. А, твари. Как деньги с меня драть, так... Зотов где? Телефон не отвечает, говорят, уехал. Мразь. Так, Валевич, ты мне сейчас будешь нужен. Нет, Петр Семенович, извините, не могу. Ребята, вы только представьте, на секундочку, надо вчера вместо эту прелестницу из Опеки, Сыркину, которая сказала, что комиссия отдала данью Вишнякову. А Мишенька сразу говорит, извините, мадам, но дело в том, что госпожа Лушникова теперь тоже Вишнякова. Ну просто все застыли и окаменели. Наталья Николаевна, а у нас Олечка тоже фамилию сменила. Да, она уже 2 часа как Ракшина. Да вы что? И у нас тоже будет ребенок. Ой, поздравляю. Ах, и мои хорошие. Ну ты молодец. Стараюсь. Данюш, оп! Ух ты! А парни-то прям как из роддома забираем. Ну что, Данечка, пойдем домой.